Зачем личность устанавливать? Ну как это зачем? Вдруг у вас неоплаченные штрафы имеются по базе данных? Ну, не знаю, вроде не замечал за собой такого. Здравствуйте, нам все равно нужно установить. А что убегаем? Я не убежал, я пошел по делам. Я стоял, просто ждал знакомых, и их не было там. Ну, на остановке же стояли. Рядышком, вот там подальше от остановочного пункта. Ну, у нас фото есть, имеется. Смотрите, смотрите. Рассказал, Паш? Нет, нет. Не пришлось? Ну, как ты там? Отдышался. Здесь тут указ губернатора, просто у нас какая? Знаю. Знаете? Да, исполняю. А почему тогда не одеваете масочку на остановочке? На остановке не стоял, был дальше остановочного смотрите, пункта, поэтому... по ГОСТу остановка. От знака 15. Это по правилам дорожного движения. Я же не на машине. Ну, если правила дорожного движения, то да, я бы согласился с вами. А так критерием, я... критерием остановки относится. Так что вы вставали на остановке. Нет. Или вы считаете себя машиной? Я не всегда. Если считать себя машиной, да, я бы с вами согласился. А так, к сожалению, вынужден буду опровергнуть эту информацию. Так, напомните, как вас зовут? А по отчеству? Пройдемся. Очень вы хитро поступили. Подъехали на машинке, сидит какой-то человек, фотографирует. Но если посмотреть на фотографию, то сразу будет видно, что я стоял не на остановочном пункте.